В Хабаровском крае около 12 часов продолжалась операция по спасению людей, которые оказались в снежном плену после схода лавины. Вот первые кадры с места происшествия. Спасатели обнаружили последнего из тех, кого завалило снегом. Всего выжили 9 человек. 5 из них сейчас в больнице с обморожениями. Остальных уже отпустили домой. Состояние пострадавших не внушает врачам опасений. 2 погибли. Лавина на золотодобывающем карьере недалеко от поселка Многовершинный сошла сегодня утром. Группу, которая отправилась на помощь, также завалила. Спасением пострадавших занимались более 50 человек. В первые часы раскапывали гигантские сугробы. С помощью лопат техника проехать к месту происшествия не могла.